Всем привет! Вы находитесь на канале Мысли вслух 2.0. Меня зовут Васильев Роман. Это канал многодетной семьи Васильевых. Специальный проект нашего канала. Называется он «В одну каску». Суть проекта, кому кто не смотрел предыдущей серии, я пытаюсь в одиночку, в одну каску, построить дом. Из арболита, монолитный арболит лью. Сегодня у нас опять произошло небольшое ЧП на нашей стройке. Ну как небольшое ЧП, как это, форс-мажор. Приехали с Андрюхой заливать стены в опалубку в нашу лить. Вот наша бетономешалочка стоит. Вон корыто такое. Сделали мы, короче, сегодня два замеса по полному корыту. Пролили и по центральной улице прорвало там центральную трубу. То есть воды нету. В запасе у нас оставалось две бочки. Мы там их расходовали, там помыли бетономешалку, сами руки там помыли. Такой воды технической больше не осталось. Осталась только питьевая, два бутыля по 19 литров. Вот такой у нас форс-мажор. Сегодня день, получается, у нас пропал. Мы приехали сюда, только вот позаморали инструмент. Маленько потрамбовали, поделали. Пошли с Андрюхой смотреть, где прорыв нашего, как правильно, сантехник, водопроводчик. На месте не оказалось. Мы, короче, взяли деревяшечку, вытащили, забили туда чопик, открыли, думали, сейчас все нормально, все благополучно, будем дальше делать. Открыли основной кран, а у нас в трубе, там, я не помню, то ли 6 атмосфер, то ли 9 атмосфер, вода, короче, под высоким давлением. Чопик этот выбило, главное, что он направлен вниз, его выбило вниз. Нашли мы этого водопроводчика, нашего водолея, принес он бандаж, мы его, короче, чопик отпилили, одели бандаж, на болты там на такие закрутили. Ну, счастье длилось недолго, пришли, в бочке воды набрали, из расхода, на которую вода у нас. Вот, в принципе, на этом наше счастье и закончилось. То есть собрались опять заливать, а воды опять нету. И вот как-то так. Сегодня день у нас пропал впустую. Собираемся, едем домой. Время 6 часов вечера. Прекрасный закат такой у нас здесь. Вот здесь под видео внизу ставьте лайк, большой палец вверх. Подписывайтесь на наш канал. Внизу там слева есть кнопки поделиться, ВКонтакте, в Одноклассниках, в социальных сетях, там в Фейсбуке. Делитесь, приглашайте друзей, подписывайтесь, будет еще много-много интересного. Сегодня я вам рассказал вот про такой форс-мажор нашей стройки. То есть без воды, и ни туды, и ни сюды. Увидимся, до встречи, всем пока.